Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у меня для вас свеженький репортаж из Испании, из отдела царства хамона. Начнем с того, что, как видите, самый дешевый хамон сегодня был по 39 евро за ногу. Что по сравнению с прошлой неделей немножко дороже. Как видите, на прошлой неделе хамон был по 39 евро и по 51 евро. Для тех, кто сомневается, правильно ли он расслышал или нет, я повторю, цены здесь указаны не за килограмм, а за целую ногу, которой от 5 до 7 килограмм может быть, в зависимости от сорта, от породы свинки. Говорю вам до 7 килограмм, а сам показываю вам ногу, которая весит 7,5 килограмм. Значит, 7,5 максимальное, что я видел. Это мы сейчас видели хамон Иберика 50%. Должен быть неплохой. Цена 119 евро. Почему так мало? Потому что 50%. Если 100% Иберико, цена может быть и 400, и 500, и 600 евро за ногу. 50% говорит о том, что свинка вскармливалась в ее рационе, было только 50% кормления желудями, а остальной был корм обыкновенный. Есть две составляющие цены на хамон. Первое, это, конечно же, как вскармливалась свинка. Если это порода Иберико и 100% вскормлена желудями, это будет очень дорогой хамон. И он будет стоить еще дороже в зависимости от того, сколько он имеет выдержки. Если выдержка 3 года, это будет самая высокая цена за этот хамон. Самый же дешевый это хамон Серано с минимальной выдержкой. 7 месяцев, 9 месяцев, как мы видели, его цена начинается от 35 евро. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я вам расскажу, какой хамон предпочитают кушать испанцы.